Мошенник в прямом эфире. О нет, злодейка совсем рядом с Люси. Ты хочешь получать подарки, такие же, как мистер Крокодил? Когда соберешь достаточно сердечек, сможешь получить награду. Выступление Люси получило много положительных реакций. Спрошу-ка я миссис Кэм, не у нее ли наша Люси. А? Здравствуйте. Хочешь выбраться? Заработай еще денег. А? Здравствуйте, я бы тоже хотела выступать. Где Люси? Отпусти ее. Никогда не ходите с незнакомцами, когда родителей нет рядом. Ты могла пострадать, попав в машину к незнакомцу. Настоящее шоу талантов. Я провожу конкурс талантов. Вы прославитесь, если победите. Прославлюсь? О, боже мой. Вор так легко заполучил доверие детей. Буфо. А? У Буфо сегодня шоу талантов. Я должен сходить. И какой же у него план? Следующий. Последний участник. Вау! Буфо унаследовал талант своей мамы. Ты рожден, чтобы стать звездой. О, нет. Это нечестно. Мой танец тоже был отличный. Можно мне второй шанс? Глупые дети, нет никакого шоу талантов. Оказалось, что конкурс был просто уловкой, чтобы похитить детей. Это очень опасно. Вор, твой план разрушен. В следующий раз не доверяйте незнакомцам и не ходите в подозрительные места без взрослых.
Поздравляю! Вы выиграли шикарное путешествие! Шикарное путешествие! Поехали! Папа, я хочу бесплатное путешествие! Так, значит, у семьи Вульфа и Панда будет бесплатный отпуск! Ребята, мы скоро приедем. Добро пожаловать в круиз. Боже мой, жизнь не похожа на сказку. Она опасна. Это путешествие такое скучное. Я хочу домой. Спасибо большое, но мы бы хотели завершить наше путешествие. Как бы не так, вы не можете покинуть корабль. О, нет! Это план мошенника-носорога. О, нет! Как нам отсюда сбежать? Что же придумал Вульфу? Вау! Вульфу сделал флажок, который просит о помощи. А вот и расплата. И как теперь сбежать? Молодец, Вульфу. Спасибо тебе, что все в безопасности. Вульфу теперь робот. Кэт и Панду тоже? Побег игрушек. Это сделал доктор Зет? Сидите тут и помалкивайте, глупые игрушки. Мы должны бежать отсюда через вентиляцию. Вау, у Вульфа очень зоркий глаз. Но как же Вульфу и его друзья смогут сбежать? Раз, два, три. Ура! Какая Кэт умная! Но Кэт боится высоты. Точно! Живот робота Панда очень мягкий. Первый шаг сделан. Нам никогда отсюда не выбраться. И снова Вульфу нашел решение. Oh!
вернулся. Отлично! Вульф не только умный, но и храбрый. Миссия выполнена. О, нет! Злое спа. Ой, это ворон и сорок. Извините, мы еще не открылись. Время шоу. Что же теперь будет? Боже, он усыпил посетителей. Как он исхитрился, чтобы украсть вещи? Только тихо, тот человек — это переодетый вор. Я хочу преобразиться. Похоже, Вульфу помог миссис Бэр, доложив все полиции. Но полицейский очень умелый. Благодаря твоей смекалке теперь все в безопасности. Полицейский Бу, тот вор! Странная чирлидерша! Привет, ребята! Привет! Наверное, ты пришла на конкурс чирлидеров! Где твоя команда? Ты одна? Давай, покажи, что умеешь. Мимо острого взгляда Вульфу ничто не проскочит. И конкурс чирлидеров начинается. Неожиданно, правда? Что происходит? Ah!
Давай. Вау! Оказывается, это и был план Вульфу и полицейского Бу. Благодаря вашей быстрой реакции, все в безопасности. Ссора с лучшим другом. Можешь поменять свой карандаш на то, что лежит в этой коробке. Супермен – это подарок Вульфу от Пандо. О нет! Увидев, в каком состоянии его подарок, Пандо разозлился на Вульфу. Смотрите, а что же придумал Вульфу? Это тебе. Давай поиграем вместе. Я хочу поменять игрушку. Я дам тебе что угодно за корзину яблок. Что угодно? Я хочу этого робота. Так, что же решил Пандо? Нет, ты отдашь мой подарок? Ты сделал то же самое. Вы оба одинаковые. Давайте съедим эти яблоки. Я так рад, что мы лучшие друзья. Игровой автомат эмоджи. Сегодня в школе у ребят соревнования по прыжкам в высоту. Сможет ли Пандо преодолеть этот барьер? В следующий раз постарайся лучше. Не волнуйся, у тебя получится в следующий раз. Я так не думаю. Я не могу прыгать, как вы, ребята. Сделаем специальный аппарат. Ну, как план? Вам интересно? Ух ты! Это игровой автомат эмоджи!
Они такие умные и изобретательные. Вперед! Как думаете, сработает ли этот план? Неплохо. Получилось намного лучше. Получилось отлично. Эй, ребята, будьте уверены в себе, как я. Машинка попы. Сделаю машинку лучше. Ну, посмотрим. Да, посмотрим, чья машинка будет лучше. Вульфу или Люси? Люси, давай на перегонки. О нет, кажется, Дженни тоже хочет поиграть с Вульфом и Люси. Думаю, Дженни тоже хочет машинку. Придумал, давай сделаем Дженни машинку попыт. Боже мой, машинка попыт лучше, чем машинки Вульфу и Люси. Но, к сожалению, она не едет. Я помогу ей ехать. Розовая машинка и голубая машинка.
Смотрите, машина Пандалара такая крутая. Машина Дженни намного лучше и быстрее. Вперед, гонка! Вперед! Дети, давайте узнаем, какая машинка быстрее. Розовая машина Дженни или голубая машина Пандалара? О, нет! Боже мой, двое маленьких детей испортили машину Дженни и Пандалара. Пандо, давай сделаем еще одну машину. Да. Ух ты! Так любопытно, как будут выглядеть две новые машины Дженни и Пандалара. Ура! Две новые машины выглядят великолепно. О, нет! Машина Пандалара разбилась! Думаю, я могу это исправить. Готово! Дети, когда играете, будьте осторожны и не ломайте вещи. Да! Розовая кукла, черная кукла. Смотри, Дженни нравится розовая кукла. Нет-нет, ей нравится черная кукла. Розовая, черная. Посмотрим, какая ей понравится. Так, посмотрим, что за идея у Вульфу. Ребята переоделись в кукол. Здорово! Привет, Дженни! Вульфу такой крутой! Дженни, поиграй со мной! Так-так, ребята ищут способы, чтобы Дженни выбрала одного из них. Не нужно ругаться. Дженни любит вас обоих.